Перекресток в 8-м микрорайоне, один из самых оживленных в Одинцово. Улицы Маковского и Верхнепролетарская соединяют центр города и выезд на Минское шоссе. С приходом весны аварийные участки дороги становятся видны, поэтому дорожники начинают ямочный ремонт. Старое покрытие снимают на всю глубину повреждения. Далее стенки и дно ямы обрабатывают специальной эмульсией. После укладывают асфальтобетонную смесь и закатывают. Борются с последствиями температурных перепадов. 5 рабочих, 4 механизатора и 1 мастер. За день удалось залатать порядка 100-110 квадратных метров. Это у нас Новоспортивная, Говорова, Сосновая, Верхнепролетарская. Вот небольшой участок улиц, на которых требуется произвести ремонт. До июня устранять небольшие аварийные участки будут точечно, в зависимости от степени повреждений. А уже в летний период масштаб работ увеличится. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».